Дорогие горожане, земляки, сегодня мы провожаем 2016 год. Он стал для нашего города значимым и важным этапом на пути к новому Кумертау. Последний день уходящего года принес нам радостное событие. Событие, которое мы приближали целый год и приложили немало усилий. Председателем правительства Российской Федерации подписано постановление о присвоении городу Кумертау статуса территории опережающего социально-экономического развития. Добиться этого было нелегко, но мы сплотились, научились преодолевать самые сложные препятствия. Появились новые ресурсы, новые люди, новые возможности. В новом году предстоит сделать еще больше. Теперь этот статус – наша новая точка отсчета большой работы на благо нашего города. Мы желаем нашему родному городу процветания. У нас все получается и получится в следующем году. За этот год мы стали сильнее, опытнее, требовательнее к себе. У города появились амбициозные задачи и масштабные проекты. Победами нас радовали многие горожане, спортсмены, кадеты, студенты, выпускники школ. Уходящий год порадовал нас самым главным результатом. В Кумертау родилось больше детей, чем в прошлом. На свет появилось 825 маленьких кумертауцев. Это настоящее счастье, ради которого мы живем и работаем. Ради наших детей сохраним свое счастье в семье, тепло в своем доме и доброту в сердце. Пусть мирным останется наше небо, пусть оставят нас трагедии и несчастья. Пусть все будут здоровы. Будем верить, работать и никогда не унывать. С Новым годом!